Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик смачно ва через донатик, офигенный ник, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Стив Теребери, не знаю, кто это такой, ролик называется Song Written by Negative Comments. Я так понимаю, эту песенку он написал с негативными комментариями. Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое, поехали. О, тут есть даже русский этот, окей. You suck. How did this guy get so many subscribers? Armas. He thinks he's funny, but he's not. You suck. Is this guy autistic? Is he mentally deranged? Jump in a river and drown. Да, такого говна дофига вообще. Я хочу пнуть. Да вроде нормальный голос. Ну, если он делает, типа, юморной контент, то, конечно, он должен стараться, разве? Почему? О, да-да-да-да! Блин, охуенно, блин, даже рифма есть, мне нравится. Ай-яй-яй, полетело. Прикольно, соляра. You get her has no cable. Что это такое? Я просто не знаю английский, поэтому я включил красиво. Нормас. Охуенно. Нифига, у него там прическа была прям как Эмма. П.
Похлопаем ему, похлопаем. Бля, это реально, это круто очень. И музыка шикарная, и спел круто. Мне прям понравилось. И, ну, это, по-моему, офигенно, офигенный такой навык использовать гневные комменты, чтобы сделать из них трек. Я уверен, там комменты были еще хуже у него. Ну, как бы это вообще лайтовенькие такие. Но все равно это классно. Спасибо большое, музыка, видосик. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. И если вам понравилась реакция, вы знаете, что надо делать. С вами всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.